binder. Использую два скрепляющих листа. И в принципе, ну, если честно, для меня самого стало небольшим открытием, когда я понял, что он действительно в каждую сигару ложит определенную последовательность листьев. То есть он не просто взял, что-то там скрутил. Они нам вчера объяснили, почему очень сложно будет делать сигары вот так вот с нуля все, да, которые вчера скручивались, потому что нужно разложить все листья, каждый из них в определенной последовательности положить в сигару, да, и только определенным образом скрутить, надеть связующие покровные, только после этого сигару можно будет курить. Поэтому у него уже заранее заготовлены вот эти вот связки, которые вы видите в молдах. И их быстрее делать. То есть на них только нужно надеть покровный лист, и все, и можно курить. So you see now he's doing the filler. Сейчас он делает наполнитель. With the head in the center. С легера в центре обязательно. Careful to turn the head in the tip into the head. Аккуратно укладывает листья в то место, которое станет головой сигары. Now he's rolling on the binder. Надевает скрепляющие листья. He's using two binders sometimes because this is a very very heavy blend with a lot of leaves. Иногда в данном случае используются два скрепляющих листа, потому что очень много листьев внутри, их нужно хорошо держать. Один не справится. So you see now when he's doing the binder completely with hand, you see the time it's taking. Вы видите, что он делает, надевает скрепляющий лист полностью при помощи рук, вы видите, сколько времени это занимает. With the Leatherman, seriously, it's on, you put it in and then you go шлак, шлак, Leatherman, and that's it. Leatherman делает это быстрее. У нас Leatherman нет. И вот вы видите, вместе с другими сигарами он положил его в молду, но она уже, выступающий конец, он еще не обрезан. You can come closer if you want, you can touch the tobacco, можете потрогать, you can smell можете the tobacco. Посмотреть, понюхать. На самом деле, вот такой табак, ну его негде даже посмотреть в стране, на самом деле. Его сюда привезти, это была очень большая проблема. У нас до последнего момента не было уверенности, что у нас это получится сделать. I don't want to mess up for him here. Here we have piloto cubano from Dominican Republic, is volado. Подходите, гляньте, so понюхайте, потому mild. Что второй шанс может, не знаю, this даже is a mild tobacco. Это мягкий табак. Это мягкий. А можно я вопросик задам? Меня кто-то приведет? Я. Мне интересно, каким образом ароматизируют ручные сигары и на каком этапе? То есть готовые сигары или листья уже? She's asking about the flavored handmade cigars. How it's done. You know them? Татьяна and so on. Yes. How the flavor is put in? How the flavor is put in, yes. It's a... I'm sorry. The flavor is... It's in the aging, usually. Ароматизаторы добавляются именно в обычном процессе выдержки. With the concentrated, concentrated vanilla or concentrated whatever. Ну, из концентратов добавляют, распыляют на листья в процессе выдержки. Now I'll let you smell something stronger. Теперь давайте понюхаем что-нибудь покрепче. Here we have Ligero. This is the strongest. Ligero самый крепкий. From Omotepe. Omotepe is an island in Nicaragua. Это лист из Никарагуа, с острова Омотеп. Omotepe is thank you. Omotepe is like I said, an island in a lake in Nicaragua, which comes from volcano earth. Это остров.